Фестиваль супер, организация говно. Нас не пустили на нашу. Выход только в одну сторону, блядь. Машина стоит на Ленинской, блядь, все их толкают на Мичуринске, блядь. Долбоебы, блядь. Что-то тоже все, нет выхода, смотри. О, блядь, какая давка, блядь. Шибись. Что я скажу? Сегодня мы съездили на классный фестиваль, называется «Круг света». Мне там очень понравилось. Машину поставили практически на Ленинском. Пошли пешком до МДУ. Фестиваль прошел здорово. Давки не было. А вот потом началось самое интересное. Всех погнали в сторону Мичуринского проспекта. Выхода в сторону Ленинского не было. Милиция перекрыла все. Давка ужасная была. Дети плачут. Народ паникует. Короче, ужасно. Нам пришлось обойти полный МГУ с другой стороны. Пройти порядка, наверное, 3 километров, должно быть больше. Попасть обратно в сторону Ленинского. Больше этого не поеду. Фестиваль отличный. Организация говно. Кто-то, как вот в фильме «Ходячие мертвецы», прямо просто толпу одну погнали в одну сторону. Весь народ в одну сторону. Идиотизм, полнейший идиотизм.
даже Новый год не нужен.